Всем привет! Сегодня 3 мая, и мы с вами будем обрезать вот эту толстянку. Напомню, что мне ее отдали примерно неделю назад. Хочу ее обрезать и потом пересадить. Вот такая вот красавица. Висячие вот эти амбелем ветки хочу все срезать, а потом уже верхушки. Так, начну. Тут спереди, конечно, не видно вам будет. Вот так поверну. Надеюсь, видно. Она пыльная у меня пока. Я ее даже не поливала еще за неделю. И не пересаживала. Не обрезала, вообще ничего не делала, не трогала. Ждала, пока она адаптируется в моих условиях. Да, черенков, конечно, очень много будет. То, что в грунте у нее посажено вместе рядом со стволом, я пока это не буду трогать. При пересадке аккуратненько отсажу. Пока просто сегодня обрежу только. Только обрежу все лишнее. Потому что уже скоро лето, можно до лета проделать эту всю работу, обрезку. Никаких два шикарных черенка здесь, надо будет отсадить их потом. Вот эти два. И тут вот еще. Там маленькие немножко земля. Посажены. Сразу тут не разберешься. Разрослась очень сильно толстяночка. И грунт уже стал суховатый. Можно бы полить, но я не знаю. Я подумаю, может быть, и пересажу сразу. Или завтра хотя бы. Сначала нужно обрезать. Вот эти висячие мне вообще не нравятся. После обрезки все хорошо начнет расти, поэтому не надо бояться обрезать. Тем более дерево такое здоровое, мощное, ствол хорошенький такой, толстенький.
и силы прибавятся после обрезки у него у растения. Так, ампелем, по-моему, все. Вот тут еще есть. Тут еще есть черночек. Да, черенки, смотрите, какие мощные. Нужно подумать, как его сформировать. Вот это вот лишнее мешается, конечно, глазу. Вот эти две ветки, которые в земле сидят. Видите, оно хочет. Листочки сморщились. Тут я, наверное, обрежу ветку. Расходи. Сегодня мою. Так, так, так. Вот эту ветку тоже обрежу. Вот эту. Я надеюсь, вообще видно там что-нибудь. Кошка пришла у меня, царапает стол. Так, теперь будем макушки обрезать. Очень много черенков. Смотрите, какая она становится. Красота.
еще ампельный вижу черенок. Вроде все обрезала. Вот эти два черенка пока остаются тут до пересадки. Их пока трогать не буду. Сейчас еще гляну. Смотрим еще. Тут все обрезано. Тут обрезано. Все везде обрезала. Вот такая получилась обрезка толстянки. На этом заканчиваю видео. Если надумаю сейчас пересаживать, то сниму отдельное видео. Пересадку толстянки своей. На этом прощаюсь. Желаю всем всего хорошего. До свидания.